Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу вам показать сегодня вариант изоляции зуба номер 22. Одет платок Sanctuary Medium, зафиксированный на зубе 23 при помощи клампа W2. Далее был одет кламп B4 на шейку зуба 22. И поставлены две тонкие стальные пластиночки Torvm для того, чтобы изолировать апоксимальные поверхности клыка и резца от зуба 22, для того, чтобы мы могли спокойно его обтравливать, обрабатывать оксидом алюминия и наносить бондинг. В будущем полосочки будут развернуты на 180 градусов внутрь. Используйте, это очень удобно.